это Акрон, это Тольятти, это Жигулевск. Это домашний матч, который сегодня без каких-либо тайн. Опять же, возвращаясь к нетленному тексту, к нетленному произведению. Вот в этом матче никаких тайн, никаких нет секретов. От 5 и ниже. Все, поехали. Четвертый тур. Жигулевск, стадион Кристалл. Да ради бога. Вот момент сразу. Солдатенко переводит мяч на перекладину. Динамо. Там Галкин был неплохо, как в Акроне. Заиграл в первых матчах. И лучший молодой футболист лиги в июле. И подача с правого фланга. Сейчас будет Евгений Писегов, мастер стандартов, ее осуществлять. Мяч прежде всего перехватить. И ну, вот такие ошибки не красят команду. Конечно, красно-черные ошибаются. И удар с дистанции. Ближний угол. Волков по учебнику блокировал. Все видел. За милую душу. Сейчас с угла штрафной. На-ка попробуй. Рассмотрим. Вот момент. Эльдаруши пробить. В дальний. Влетает. Ну вот не было игры. Вот она Крон. 19-я минута. Не было игры, а 1-0 на табло. Акрон Тольятти дома. Первый же опасный момент. Вот он. Идеальное лазерное попадание. Из-под двух защитников, из-под штанги. В штангу мяч угодил. И Шавлохов потом такое движение всплеснул руками. Как обидно. Вдвоем не удержали. Бывший нападающий Алании, забивая своей команды. Сыграл Тарба. Вместе Волков, кто сравнил свои ощущения от увиденного Сараева. Да? Гарца Лакова Волков! А вот это спасение! Выкатили под удар из правой Целагов. Хороший удар, ну да. Дистанция была приличная, поэтому успел Волков реагировать. Если дальний, не кажется, это будет удар. Ну, Гурцы, и створ, и Волков. Солнышко, мне кажется, да. Волнительно сыграл сейчас вратарь хозяев. Данилин, подача с левой. Давайте смотреть, опасно, и забивать должен был Акрон. Вот это моментище. И даже острее, чем удар Цалагова, когда потащил Волков. В сантиметрах буквально от голкипера события разворачивались. И замыкать. Классная подача. Данилина пошла с левой ноги. Конечно, надо придумать хитрый. Все! Калешин ликует. Это победа, которая становится для команды четвертой подряд в этом сезоне. Акрон единоличный лидер. 12 из 12. Первая строчка за тольяттинцами. Сухая победа, самая тяжелая, но оно и понятно.